да, поделиться с нами своими знаниями и опытом. Задней ноги, то есть 60% на задней, 40% на передней. То есть не должно быть проваливания. Если он берет лапу, я должен остаться на месте. Сейчас буду сразу. О, просто видишь. Даже если ты не поставил, у тебя есть там перемещение, ты можешь. Поэтому не надо вот эту ошибку считать, когда ты проваливаешь. И еще, не должно быть зарядки. То есть зарядки вот такой ни в коем случае. Во-первых, профессионалы сразу будут атаковать вас. Здесь не будет. Вы должны, то есть в будущем вы должны будете работать, например, руками в карманах, вы должны будете сразу сработать. То есть это вот с инструктора должен подрабатывать сразу просто. Причем на движении. Один держит лапу, пытается первое движение плеча имитировать ему удар, а инструктор должен его вынести. Поэтому научитесь сразу работать именно руки. Здесь находится, отсюда тоже прием. То есть это сложно понять. Плечи фактически на месте стоят. Плечи на месте. То есть вот у боксеров, как бы, боксерской подготовки, они будут ли атаковать. Угу. Поэтому они как бы пытаются прятать голову за плечи, и удар тоже виден. И они больше проваливаются. Угу. Поэтому у нас плечи должны быть расслаблены совершенно. То есть именно расслабленность состояние достигается. И отказ от движения, да? Вот волна идет, и руку просто бросать.
То есть, причем эффект должен быть, нарабатывал не только по лапе дома, например, по одежде. Ну, одежду повесили, да, вот она вот слегка, и вот ее ветром ее. То есть, вот этот эффект. Сдавливаю на воздух. То есть, рука совершенно летит расслабленно. За 10 сантиметров от цвета очень маленький. Плюс, потом, когда я присаживаюсь в конце, она как бы подвигает уже сильно, за счет поворота, приблизила. Вкладывание массы еще. Да-да. О! С вами проведем маленький такую очень нужную вещь, вы потом поймете, что это такое. То есть сейчас будем бить левой передней рукой. Значит, по логике вещей у нас что? Левая рука, правая рука это логика, левая рука это чувство. Вот сейчас, если вы разовьете чувство, вы поймете, что такое техника вообще. То есть на работу нужно в опасном бою сбивать на новый уровень чувств. То есть чисто техника это не. Как правило, на улице не работает. То есть это все красивое движение, но на улице все по-другому. Поэтому если вы не чувствуете ситуацию, например, вот эту остроту, вот эту грань, да, то вы ей потом нужно проиграть. Поэтому сейчас встали просто и тоже по лапам, да, поработали именно левой рукой. Не надо сейчас сильно, просто почувствуйте, как она идет, все. Где присаживаться, как работает надо именно левой. Левой передней, не задней, передней. Вот сейчас сложность в том, что ей неудобно работать. Но вам нужно поймать для себя вот эту маленькую, точечку. Чисто ваш. Вот так, представляете, руку, чтобы собой тело забрало. Смотрите, у нас отрывается пятка и поднимается лопа. То есть вот этих движений тоже не надо делать. То есть удар должен быть короткий. То есть видите? Смотрите. Раз. И я в последний момент сжимаю кулак и присаживаю. Рука вторая здесь. То есть разные ситуации, да? Кто боксерской технике знаком, да, там разные удары, какие там, ну, боксерская техника из бокса, в принципе, своя знаток, там, выбрать удар. Здесь ближний короткий надо бить, приблизительно сколько, ну, 40, чуть больше, чем 45 градусов, раз. Во-вторых, накаточек должен, через знаток, лопа должны бить противника. И когда в таком положении, у вас лучевые кости стоят параллельно, следовательно, мышцы между ними занимают пространство, и кулак становится жестче, чтобы вы знали, да?
да? Когда мы в обыкновенном положении ходим, у нас лучше мою кость не будет лечь. Поэтому вот именно вот такой короткий ударчик. Сверху вниз, видите, еще приседаю. Рука здесь обязательно, не где-то внизу болтается, здесь. Сегодня поймете, почему руки должны быть вместе. Рука руку моет. Да, ты не торопись. Удар, смотрите. Принял, сбил, удар. Принял, удар. Сбил, удар. То есть сбил. Ты как в прошлый раз ножиком работаешь? О, раз. Отсюда. Раз. Отсюда. Раз. Раз. Отсюда. Раз. Отсюда. Отсюда. Раз. Раз. Пошла рука. Отсюда удар пошел. Раз. Раз. Отсюда пошел удар. Да, разлетаюсь. Да, давай, давай, давай. Раз. Два. Отсюда пошел. Одной рукой, видите? То есть работает. Ну можно двумя, или только одна типа. Она как бы тут очень грамотно. И вот я начинаю сбивать. То есть это может быть локоть, да? Но лучше отсюда сбил руку, вторая рука пошла. Вторую руку я принял, смотри. Видите, удар. Вот так вот медленно поработаем. Вторая рука сбил. Видите, он стоит, он ту руку заносит. Давай, второй пошел, да. Он ее заносит, я здесь уже его принимаю. Сбил. Сбил. Опять, смотрите, та рука далеко, а я его уже здесь подхватываю. То есть, чем хороша одна рука? Смотри. Раз. Сюда может быть. Чик. Чик. Раз. Отсюда. То есть, или я сразу сбиваю, или вот так вот может быть, да? Сразу сюда. Да? То есть, я... Неожиданно, да? Да. Рикошет, да? Смотри. Извини. Ну, на нее сам наткнулся. Да. Просто выстраиваешь, получается. Раз, вторая рука пошла. Раз. Да, хорошо. Раз, два, три. Да, вторая пошла рука, смотри. Видишь, открылся. Сюда пошел локоть. Сюда удар пошел. Нет, ты далеко не отходи, не надо с подскоком, просто. Чик, чик, чик. Побегу силы, да? Чик. Раз. Ну давай вторую руку подключай. Я не могу. Уже сбивает. Она не успевает. Вторая рука. Раз, сбил, смотри. Оп. Так. Видишь, открылся. Удар пошел. Второго удара просто нету. Чик. Он должен удар быть. Уже вышел. Чик, смотри. Давай, второй пошел удар. Сюда. Открыт. Открыт. Видишь, как разворачивается? Видишь, как я сейчас разворачиваю? Просто чуть-чуть движение. Давай, давай. Смотри, как его разворачивает. Вектор попал. Угу. А потом бесконтактный удар, да? Когда вы это видите. Видите, это уже как бы тонкая работа. Ну а все на этом строится, все же с физики начинается. Все же с физики. Чик, сбил. Отдал. Сбил, ребят. Видите, уже выносит. Он же туда заряжен. Если я ему движение не ломаю, он идет по этому движению. Да. Вот так.
так я его снил, смотрите, пропустил. То же самое.